Всем привет! Сегодня установим сенсор Freestyle Libre. Сенсор устанавливается на руку. В коробке для сенсора вы найдете очень подробную инструкцию. Вот такие вот две части для установки и спиртовую салфетку. Мы начинаем установку с того, что протираем место, куда мы будем устанавливать, спиртовой салфеткой. Это нужно сделать очень тщательно. После того, как обработали кожу, берем вот такую деталь серым колпачком и с усилием откручиваем. Это нам уже не нужно. После этого мы берем вот этот вот, назовем его штучку. И снимаем вверх. После этого нам нужно соединить их в одну деталь. Мы смотрим, вот здесь вот находим такую вот направляющую. И вот здесь вот направляющую. Они должны совпасть. Мы вставляем одно в другое, для того, чтобы они совпали вместе до упора. Оно должно щелкнуть. И после этого вынимаем. Сенсор готов к установке. На обработанную кожу, вот синей частью, вот здесь у нас игла видна, да, мы прислоняем плотно, вот так можно немножко даже прижать, и нажимаем с усилием наверх для того, чтобы пристрелить вот так вот до конца. Аккуратно вынимаем. Сенсор установлен. Включаем ридер, нам нужно его активировать. Вот сюда нажимаем, подносим. Он показывает, что через 60 минут он начнет свою работу. Все, установка окончена.